Альтаир, рад видеть тебя невредимым. Я тебя тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке. Да, ты никогда не был сторонником Кредо, правда? Все сказал. Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалиму волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Думаю, ты знаешь, как его выследить. Да, конечно. Узнать, где и когда он бывает. Конечно, этим должен заниматься не я. Я понял. Начни искать в городе. Узнай, что он планирует и где работает. Подготовка – залог успеха. Что ты можешь о нем рассказать? Тамир ведет жизнь подпольного торговца. Тебе нужно в рыночный район города. Я бы предложил поискать в следующих местах. Маленький базар к северо-востоку отсюда, медресе к востоку и сады к северу от бюро. Сосредоточь свои поиски в этих местах, и ты много о нем узнаешь. И после этого вернуться сюда, я полагаю? Да. Возвращайся, я дам тебе метку Аль-Муалима, а ты нам жизнь Тамира. Как пожелаешь. Запомни, Альтаир, если ты попадешь в неприятности и город ополчится на тебя, возвращайся сюда. Я укрою тебя. Но если враги будут близко, я не открою дверь, пока ты не избавишься от них. Ты понимаешь? Да. Приведя их в бюро, я подвергну братство опасности. Отлично, теперь иди. Ты все понял? Да. Доставить письмо вашему другу-торговцу. Ты знаешь, кого искать? Того же, кого и всегда. Не вздумай выдать мое присутствие в городе. У нас много глаз, много ушей. Дай много рук, чтобы затыкать тех, кто много болтает. Я все это знаю. Даю слово. Ладно. И побыстрее, у нас мало времени. Говорю тебе, это крысы. Нет, это дети, я слышал их смех. Крысы, дети. Все равно это мешает работе. Шумят они. Надо, чтобы кто-то поднялся и согнал их оттуда. Как они вообще туда попали? Наверное, через центральный двор. Надо попросить стражу посмотреть. Ха, это вряд ли. Они все заняты лизанием пяток своему господину. Альтаир, входи, входи! Я сделал, что ты сказал. Теперь дай мне метку. Сначала информация. Что ты узнал? Тамир заправляет рынком Аль-Силах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы. У него назначена встреча на его рынке. Обсуждение важной сделки. Говорят, что самый важный в его жизни. Он будет занят своей работой. Тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежен. Я отпускаю тебя. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Forwarding memory to a more recent one.
thief! I'll have your hand for that! Die, thief! Let go of me! I've done nothing wrong! Help! Please help! You dare steal in my presence? That will cost you your life! All I ask is for a few coins. No, you don't understand. I have nothing. Взгляните сюда. Меня не интересуют твои расчеты. Цифры ничего не изменят. Твои люди не выполнили заказ, и из-за тебя я подвел клиента. Нам нужно время. Так говорят лентяи или неумелые. Ты из таких? Нет. А факты говорят иначе. Вот скажи, как ты собираешься разрешить это затруднение? Оружие мне нужно немедленно. Я не знаю. Люди работают день и ночь. Но ваш клиент требует слишком много. И вести все – очень сложный маршрут. Лучше бы ты оружие ковал так же быстро, как куешь свои оправдания. Я сделал, что мог. Этого мало. Значит, вы просите много. Много? Я дал тебе все. Без меня ты бы все еще был жалким заклинателем змей. Все, что я прошу – вовремя выполнять заказы. А ты говоришь, что я прошу многого! Ты смеешь оскорблять меня? Нет, Тамир, я не хотел. Надо было прикусить свой язык. Нет, хватит! Хватит? А! Да я только начал! Нет, нет! А! Ой! А! А! Ай! Ты явился на мой рынок! Торговал с моими людьми! И посмел оскорбить меня? Ты должен знать свое место! Нет, оставь здесь. Это будет вам всем уроком. Дважды подумайте, прежде чем говорить, что чего-то не можете. А теперь за работу. A few coins. All I ask is for a few coins. Please, sir, have any money? My family is sick and dying. Pathetic. Absolutely pathetic. Where did you learn your craft? Please, just a few coins, please. You are fine. Which is why you come to the right place. There's no better merchant than I. See anything you like? Покойся с миром. Ты заплатишь. Вы все заплатите. Похоже, сейчас платишь ты, друг мой. Тебе больше не заработать на чужой боли. Считаешь, я простой торговец смертью, наживающийся на войне? Ты сделал странный выбор, не кажется? Почему меня, когда многие делают то же? Значит, ты считаешь себя особенным? Это так. Потому что моя цель выше, чем просто деньги. Как и у моих братьев. Братьев? Он думает, я в деле один. Я лишь часть дела. Со своей частью работы. Скоро ты узнаешь об остальных. Им не понравится то, что ты сделал. Отлично. Уже предвкушаю их смерть. Столько гордости. Она погубит тебя, дитя. Дошли известия о твоей победе, Альтаир. Прими мою благодарность. Спасибо. Жаль, что остальные до сих пор не относятся к тебе с должным уважением. Рафик, мне все равно, что думают обо мне другие. Как скажешь, Альтаир, тебе нужно рассказать все Аль-Муалиму. Я уверен, что у него есть для тебя новая работа. Fast-forwarding memory to a more recent one.